Вице-президент фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева побывала в республиканской специальной школе-интернате номер 5 для детей с ограниченными возможностями здоровья в Нальманском районе, ознакомилась с созданными условиями. Это образовательное учреждение, действующее с 1961 года, было реконструировано в 2006 году по инициативе фонда Гейдара Алиева. В школе обучается 267 детей, 145 из них абсолютно невидящие, остальные слабовидящие. Лейла Алиева побывала в школьной столовой, тепло побеседовала с учениками за закрытым столом. Здесь обучаются дети в возрасте от 6 до 20 лет из всех регионов Азербайджана. Дети из регионов проживают в школьном общежитии на 120 мест. Школа оснащена необходимым оборудованием для обучения учащихся на высоком уровне. Со стороны фонда Гейдара Алиева для детей-инвалидов по зрению были подарены новые компьютеры. Затем вице-президент фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила музыкальную школу номер 38 для детей-инвалидов по зрению. Было сообщено, что здесь обучаются 204 ребенка. Лейла Алиева послушала исполнение учащихся. Лейла Алиева также побывала в спецшколе номер 268 на Семенского района Баку. В школе, функционирующей с 1927 года, обучается 930 детей, у которых наблюдается отставание в умственном и физическом отношении, в психическом развитии. Из них 130 обучаются в школе, остальные 800 в индивидуальном порядке на дому. В школе функционируют азербайджанские и русские секторы. Вице-президент фонда Гейдара Алиева встретилась с ребятами и поинтересовалась их обучением. В 2003 году спецшкола была капитально отремонтирована по инициативе президента фонда Гейдара Алиева Мехрибана Алиевой. Фонд, будучи образцом высокой заботы о детях, являющихся будущим Азербайджана, реализует важные проекты для их интеллектуального развития, для того, чтобы они выросли и стали здоровыми гражданами, обладающими высокой культурой. Дети, нуждающиеся в особой заботе, также постоянно находятся в центре внимания фонда Гейдара Алиева, который реализует различные акции и дарит им радость. В этот раз фонд порадовал детей своими подарками. Учащимся спецшколы номер 268 были подарены компьютеры, учебные пособия и сумки. Затем вице-президент фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила детский соматический санаторий номер 6 в городском районе столицы. Это медицинское учреждение на 50 коек, дети поступают сюда по особым путевкам. После стационарного и амбулаторного обследования в санатории в целях реабилитации дети проходят санаторно-лечебный процесс. Вице-президент фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева побеседовала с детьми за закрытым столом. В данный момент санаторий в течение 2 месяца получает лечение 34 ребенка, и их обслуживает медицинский персонал в составе 35 человек. В заключение детям были переданы подарки фонда Гейдара Алиева.